Здравствуйте, это Анапа. Сегодня 25 августа 2015 года. Несколько дней уже последних в Анапе стоит какая-то такая осенняя, можно сказать, погода. Ветер дует. Я никуда не выхожу, сижу дома, занимаюсь своими делами, потому что встанешь утром, посмотришь на небо, на деревья, которые колышутся от ветра, и никуда ехать не хочется. Вот. Тем более на море купаться. Поэтому происходит что-то такое аномальное опять. Если в прошлом году в сентябре было прохладно, то сегодня то уже конец августа какой-то неудачный достаточно. Может быть, еще будет тепло, но сейчас в Анапе, так скажем, не знаю, уж небо осенью дышало. Я даже смотрю на эти деревья, которые вот вдруг почему-то стали желтеть, то ли от недостатка влаги, то ли еще от чего, но как-то так. Спасибо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, я буду вас постоянно держать в курсе о жизни в Анапе, как всегда. Я с вами буду круглый год и зимой буду вести репортажи. Так что всего доброго.